еще, я предоставляю. Жизнь, пожалуйста, так, с лестницы, которые ушли, они не возвращены, да? Нет, там осталось. Вот, там, с лестницы ушли. Куда, Майкл? Входили. Куда, все, по деревьям лазили. Да надо было. Что, я тогда сейчас машину кушу, что мы, значит, забыл, конечно, что я буду продолжать. Да, что мы, наверное, а вот так вот его сюда через блок выпустили. Поскольку вот я выбирал вот эти вопросы. Может быть, вы увидите, что здесь сзади, или что, или оставить столько обратно. Да? Да, да. В целом мы можем подумать. Уже все прочитано. Если все, то уже дописано, уже студия. Главное. Логично. Информация получена. Вообще очень просто. Вот это вообще не надо. Всем вот здесь, вот здесь. Кладут и раскрывают. Сейчас.
ехать только на большой скорости. Моргает. Конечно, опасно. Я один раз на ринг вышел против собраться.
меня хватило на минуту. Только потому, что у меня жиленки. Дал бы снимать больше без связи. Штриховать, спасибо. Сейчас его тут же и заломают. Неизвестно сейчас. Потом он будет. Я помню, сколько скандалов было, когда первые камеры начали появляться. И как у нас на скорую помощь просто ежедневно. Да, было. Причем они система еще была не отработана, они вроде бы разные силы, разве что камера реагирует. На самом деле они сейчас реагируют. Они сейчас тоже реагируют, но полиция проверяет, когда вообще работали, поскольку было вызов, не вызов и не было. А мы так просто А с другой стороны, вот когда. Сейчас снимает друг, да? Где лестница? Сейчас там скам осталось, они же ушли. Пожарные вернулись в машину, а лестницы и багры остались на этаже. Они без них вернулись. Эти смены кончились.
Сергеем посадишь, что нужно в рюкзак бросить туристическую пехоту, что пригодится. Пристегнул. Еще два часа примили, и там такие, надо продолжать. Я говорю, все, у нас сели все аккумуляторы на всех рюкзаках. А, ну ладно, ну тогда и шайки. Да, звонят зрители. Да, да, да. И требуют продолжения. Да, да. Так я был в шоке, но один раз в Подмосковье сгорел частный дом престарелых. Мы туда приехали, уже ночь, ничего не видно, только вот светоотражающие полоски в виде пожарных бегали. Мы просто поставили камеру, включили, смотрело, 1500 человек отравили. Ничего не происходило. Но люди в комментариях что-то общались, переговаривали. Это вот пока нас Google не удалил из YouTube. Мы же единственные, по-моему, СМИ, которые официально подарили за пропаганду скрепных ценностей.
предыдущей работе. У нас там еще хорошо. Можно было прям пробить, вставить пружинку, причем у нас были лежали прям. Вот так. Thank you.
красный. Вот так. Отсюда. Все. Появляется картинка. Огонь. Включай. Подключай. Вот так. Давай. Смотри. Смотри. Видишь? В чем ее вкус? Ты ее как не мотай, а картинку не трогай. Зрители не страшны. Стабильность. Очень круто. Сообщество журналистов, которые пишут под псевдонимом. И пишут так, что первый вопрос, который у тебя возникает, что происходит? То есть, если ты знаешь, что это нормально, если ты знаешь, я тебя не знаю, у вас ребенок, и у меня выпадает, что ушел в полное рассмотрение закон о том, что будет день банковской крови, пожалуйста, 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 да, панорама, слава Богу. В комментариях будет на пидорас и пидорас. И у тебя что-то будет в теле новости, то есть абсолютно серьезный вопрос, что тебе случай переливания крови или... Надо будет маркировать? Нет, в случае переливания крови, если ты в сознании, если нет, то твой представитель должен принять решение. Даешь ли ты разрешение на переливание крови иностранного агента, либо представителя лаборатории? Конечно. Потому что, наверное, надо его сделать. Так, понимаешь, в чем основная проблема информационного агентства «Панорама»? Они пишут новости, а через месяц это происходит. Значит, они все знают. Но это так смешно, когда они писали, я не помню, про что-то связанное с Министерством обороны, все поржали, а через полтора месяца вот примерно с этим выходит Шойгу. Это же должна была быть шутка. Ты же должен был бороться против зла, а не возглавлять. Да, вот. Сейчас, секунду. Встречай.
Куда, 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 куда? Сейчас все будет. Можно чуть сторонку? Много людей сюда, да? Чтобы залетать в новый для тебя проект,
в экстренной ситуации и делать его на 100%. Второе, ты не бог. Ты человек, который имеет право делать что-то не на 100%. И вот эти две вещи всегда держи в голове. Значит, ты себя в голову съешь. Ты имеешь право на ошибку. Ты не упала в обморок. Ты отвела, ты ничего не путала, не сорвала эти вещи. Хорошо видно. Вот так перевернем. Сейчас ты здесь, я пойду на тот двор. Туда идти. Просто уже
все в штате или тоже стримы? У вас все в штате или где-то? Есть.